Экватор пройден. К третьему туру Приволжской лиги НВА ульяновская команда «Фокус Спартак» подошла с 6 очками и прочно обосновалась на 3-м месте. Впереди сильнейшие соперники из Казани. В Татарстане школа водного пола хорошо развита, поэтому в командах играют как любители, так и бывшие профессиональные спортсмены. Действительно, если там, когда мы только все начинали, вспомнить, вот 3-4 назад там действительно Казань была таким явным фаворитом, да, то сейчас каждую игру приходится не просто на бумаге быть фаворитом, а доказывать игрой. И вот сегодня, допустим, с Ульяновским, ну, первый период просто шикарное сопротивление оказало. Тем не менее, ульяновцы сдаваться не собираются, с каждой игрой показывая все лучше и лучший результат. Тренируются по несколько раз в неделю, а соревнования – хороший повод узнать сильные и слабые стороны соперников и поднабраться опыта. Ульяновцы своей игрой довольны. Мы не ошибались так критично, как в прошлых играх, как в прошлых турах чемпионата. То есть уровень команды растет, но бывает минутная расслабленность, за которую нас наказывает такая команда, как Казань. Так уровень у ребят средний, уровень игры повыше. Они такие моменты тонко чувствуют и наказывают нас за них. В чемпионате принимают участие 6 команд из Казани, Ульяновска, Саратова, Пензы и Березняков Пермского края. В первую очередь подобные игры – повод привлечь в бассейн новых игроков и молодежь. То есть основная цель – это массовость. И чем больше мы привлекаем сюда новых участников, тем лучше для развития водного пола. И чтобы об этой игре узнали не только в городах, в которых уже изначально есть школа по водному полу, даже как вот, например, Ульяновск. В Ульяновске же не было никогда школы водного пола. Организовали. По итогам тура каждая команда набрала заветные очки. Первое и второе место оказалось у казанцев. На 3-м месте – Ульяновск. Совсем рядом – Березняки. Спортсменам предстоит разыграть 4-й тур, игры которого пройдут в июне в Казани. А дальше по набранным очкам определится 4-ка сильнейших. Они сыграют летом в финале на открытой воде в Ульяновске. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.